Ребят, всем привет! Сегодня я хотел рассказать вам о зимней резине Витере Snowshoel XL 26 на 4,8 дюйма. Видео на моем канале про эту резину уже есть. Я снимал ее в начале зимы, то есть в конце осени зимой. То есть практически вот по городским улицам, когда лед только появлялся, конец осени, по льду Амура, по реке, по ледовым торосам, потом спускался с гор на ней, по даунхильным трассам, какими-то трамплинами там. В общем, видео можно посмотреть на моем канале. Вот. Почему сейчас еще одно видео? Потому что солнце светит в глаза. Потому что практически я откатался уже почти сезон на ней. Вот ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Да, 5 месяцев. Ну, у нас сейчас весна ранняя. Не знаю, получится ли еще месяц на ней откатать. Возможно, нет. Может, поменяю. Ну, смотря как будет таять. Сейчас у нас уже днем плюсовые температуры, а ночью минус. Поэтому вот сейчас я специально приехал на речку Силинка. Это у нас приток реки Амур. В общем, эта речка впадает в реку Амур и делит Комсомольск на Амуре на две части. Ленинский район и Центральный район. Практически вот эти 5 месяцев я ездил ежедневно по 15 км в час. И дорога была где-то 50 на 50. 50 укатанный снег и 50 асфальт. Ну, зима была малоснежная, никуда не денешься. И поэтому часть шипов вылетела, часть шипов сломалась. Оставшаяся часть шипов стерлась. Шип он двойной, алюминиевый, имеет победитовый сердечник. И вот где-то бывает, что сердечник откалывается, где-то бывает, что вообще шип вылетел. Ну и остальные, естественно, постирались. В начале зимы, можете посмотреть, я там где-то по льду ехал, ну, вообще не заносит. Хоть газуй, хоть тормози, хоть поворачивай. Проблем нет. Сейчас уже история другая. Сразу хочу сказать, что есть подобные покрышки без шипов. Если у кого-то, допустим, ну, смотря какие зимы, может быть, лучше даже взять ее. Но вот так как у нас, вот сейчас я стою на льду реки, да, у нас практически дороги зимой бывают в таком же состоянии. Поэтому, ну, зиму без шипов я бы не отъездил. Это раз. Бывает точно такая же покрышка, только не белая, а полностью черный компаут. Она более твердая. Вот эта покрышка у меня минус 40 практически не мерзла. Вот, она как сейчас мягкая, вот минус 3 градуса, так и минус 40 была тоже мягкая, практически не замерзала. Черная, она маленько более износостойкая. Ну, в каком плане? Зимой что та, она как бы... Единственное, что это мягче, для зимы, конечно, предпочтительней. А вот черная, она, вот если асфальт, камни где-то, она на порез, на все прочее, такая более, ну, более жесткая и более прочная. То есть эту порезать как бы без проблем. Острыми камнями, гравием, стеклом. Вот. Ну давайте посмотрим, как она себя вообще на льду ведет. С учетом того, что шипы уже, естественно, стертые. Ну не в ноль, но как минимум больше, чем наполовину. В общем, смотрите, это сплошной лед. Thank you.
общем-то, это не просто лед, а лед с водичкой сверху. Поэтому скользко, довольно-таки скользко. Ну, здесь, как видите, уже сплошной лед. Лед потрескивает. Не знаю, насколько дальше опасно, но, судя по всему, там уже подтаяло гораздо больше, потому что там уже практически водичка. Слышите, как хрустит лед? Но зато мы сейчас практически помыли покрышку и от снега очистили. Видно, сколько шипов у нас. Мы, наверное, сейчас съедем где-то на более такое твердое сухое место и пересчитаем все-таки наши шипы. Так. Слышите, да? Задняя покрышка прокручивает. Лед трещит. Так, ну что? Раскочили. Теперь снег. Кстати, кто думает, что широкие колеса это какое-то преимущество при езде по снегу, ну, это так сказать, знаете, маловероятно, потому что, ну, какое преимущество? Если кто-то думает, что они не провалятся в сугробы, в снег, ну, это вряд ли. Я практически езжу на обычных колесах и вот на фэтбайке. Иногда на обычных колесах даже легче проехать, потому что они прорезают снег прям до твердой земли, и ты едешь прям, ну, практически по земле. А вот эти покрышки, они и проваливаются, и снег
до земли не прорезают. И получается, что ты тут еще и скользишь. Поэтому я не знаю, почему их называют там снежные шины там или болотоход. Не знаю. Мне, в принципе, никакой разницы нету на тонких, на широких. Если тяжело ехать где-то, то оно и там тяжело. А если легко, то вы и так проедете. Ну вот, в принципе, велосипед у нас уже, смотрите, какой чистый. Так, ну поехали дальше. Снова лед у нас. Покрышка покручивается задняя, но не заносит. А вот тут уже, видите, ну как-то так. Да, тает уже лед. Скажем так, немного опасно. Да, здесь уже опасно ехать. Утонуть не утонешь, но по пояс в воде мало приятного. Весна, конечно, в этом году ранее. В любом случае едем по льду, как бы там ни было. Если бы покрышки были новые, я бы вообще не заметил никакой разницы, лед это или практически асфальт. Главное не останавливаться надолго. Слышите, лед трещит. Трещит. Конечно, страшно разгоняться до 40, но 20 километров мы, в принципе, едем. Thank you.
еще и неровный лед. Видите, на ногах практически стоять невозможно. А на этих покрышках, в принципе, можно ехать. Так, ну а сейчас я хочу просто пересчитать все шипы. Вот смотрите. Вот. Видно, да? Вот шип, он сам алюминиевый. И сердечник твердого металла. Бывает вольфрам, победит. В общем, смотрите. Видно, что практически шипы все стерты, они были острые, они не были тупые, как на некоторых покрышках, они все были заостренные. И вот когда они были заостренные, проблем, ну, ни с какой поверхностью не было. Сама резина, несмотря на то, что она прошла уже, ну, можете, допустим, 5 месяцев умножить, ну, 30 умножить на 15, в уме не буду считать, пересчитайте сами. 30 дней на 15 километров и на 5 месяцев. Вот столько она прошла. И больше, больше, конечно, это был асфальт, чем снег, потому что, ну, так получалось. Вот. И сейчас мы посмотрим, пересчитаем все шипы. Давайте я покажу, где-то есть место, где... Вот, смотрите. Посмотрите, шип практически вылетел полностью. А то есть вот такие места. Как он мог вылететь? Возможно, был камень или что. То есть, видите, резина порвана, шипа нет. Так, какие еще бывают моменты? Вот смотрите, вот здесь. Вот видно, да? Шип сломан. То есть алюминиевое основание осталось, вот, а самого шипа центрального нет. Вот если здесь вот у нас шип хоть и сточен, но он есть. Вот его твердая часть. А вот здесь просто сломался
победитовый наконечник. Вот, тоже сломан шип. Вот сломан шип. Поэтому вот сломан шип. Вот шип сломан. И даже при таком состоянии покрышки, в любом случае, можно даже, вы видели, можно ездить по льду. А вот здесь, смотрите. Вот у нас получается, шип вылетел. Шип вылетел. Шип вылетел. Шип вылетел. Здесь вот сам квадрат порван. Вот видите, практически оторван. Оторван. То есть, даже если купить новые шипы, то вставлять их практически уже некуда. Вот. Но я не хочу сказать, что резина плохая. Просто условия ее эксплуатации были довольно-таки тяжелые. Я не знаю, какая бы еще покрышка выдержала. Но вот чисто черная покрышка, вот это бы наверняка могла выдержать. Потому что она не такая мягкая. И все-таки это покрышка сама по себе именно для зимы. Резина, видите, скосы такие гладенькие. Но а в основном высота протектора практически не пострадала. Еще раз говорю, сейчас я просто делаю вот такую отметку маркером, да, и пересчитаю все сломанные и вылетевшие шипы на этой покрышке, на задней и на передней. Ну вот задняя покрышка, 6 шипов вылетела полностью. Теперь пересчитаем сломанные. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шестнадцать шипов сломан сердечник, 6, или даже там, по-моему, еще один пропустил, 7 вылетевших полностью. Ну, это из 260, в принципе, не так много. Сейчас давайте переднее колесо посмотрим. Делаем отметочку. Но я думаю, на переднем должно быть все немного лучше. Но кто знает. Так. Раз сломан. Два сломан. Три сломан. Четыре. Пять. Шесть. Один вылетел.
совсем сломан. И вот еще один вылетел. Итак, два вылетело. А, так, вот еще один. Нет, он просто сточенный. Так, ну, в итоге получается что? Два вылетело, семь сломано. Это передняя покрышка. Ну, это само собой разумеется, потому что это, во-первых, электровелосипед. И задняя покрышка часто идет с проворотом. И шипы просто ломаются, вылетают об камни. А передняя идет просто накатом. Так, ну давайте сейчас еще разок прокатимся. И потом подведем итоги. Ну, что сказать. Сейчас покрышка, конечно, лед уже не держит, как новая. Но, в принципе, она и не должна была это делать после того, в каких условиях я ее эксплуатировал. Еще хочу напомнить то, что это электровелосипед. И если бы я ездил на этой покрышке на обычном фэтбайке со скоростью 15-20 км в час, 20 это максимум, зимой, да еще фэтбайк тяжелый, вряд ли кто-то будет быстрее, была бы совсем другая картина. А эта скорость все-таки 40 км в час. Причем, когда вы со снега, с укатанного там, или со льда, или просто со снега влетаете на асфальт или на гравий на той же скорости, вот такая картина и получается. В общем, если ездить как я, считайте, 50% это асфальт, от шипов у вас практически за сезон ничего не останется. Плюс шипы можно, конечно, докупить, поменять, но часть шипов уже некуда просто будет ставить, потому что как-то так. Но в любом случае, без этой покрышки зиму я бы практически вообще не проездил, потому что снега мало, снег укатанный. Был бы снег, шипы они в принципе не нужны. Я бы купил просто покрышку, возможно даже ну, той же фирмы, такую же подобную, только без шипов. Она наверняка и дешевле бы обошлась. Но мне именно эта покрышка понравилась. Советовать приобретению, но лучшего варианта для фэтбайка в тех условиях вот нашего Дальнего Востока, когда укатанный снег, лед на дороге, других вариантов нету. Единственное, рассмотреть вариант вот этой покрышки полностью черной для тех, у кого морозы не больше, там, допустим, минус 20, я бы, конечно, взял просто черную, она тверже, жестче, она долговечней. Но у меня морозы практически до минус 40, и я не знаю, насколько другая покрышка бы себя так хорошо вела, как вот эта. Короче, с морозами минус 30
и с покрытием иногда вот с таким вот на дорогах. Оно у нас на дорогах именно такое бывает. Идеальный вариант, я просто других не видел. Вот. На, еще раз повторюсь, на свой Niner я купил 29-е покрышки, но они еще не пришли. Заказ идет с Великобритании. Возможно, через недельки-две подойдут. И даже если будут их поздно ставить, я все равно поставлю. Ну, попробуем, как они себя ведут, чтобы, ну, порекомендовать вам или нет. Но в любом случае учтите, что какая бы покрышка ни была, на электровелосипеде это один сезон максимум. На обычном велосипеде, ну, на два точно, наверное, хватит. Вот это и бы хватило. Ну, как-то так. Сейчас еще немного прокатимся, посмотрим, что да как. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. На канале, кстати, много видео и про велосипеды, и про ремонт. Ну и на другие темы. Возможно, будут интересны. Всем пока. Увидимся.